Всем большой привет! Сегодня 13 февраля, суббота, и сегодня я хочу разыграть подарки, призы по окончанию наших двух совместных проектов. Это «Мои любимые коты 3» и «Моя зима». Сейчас нахожусь на вкладке на своей страничке в YouTube. Хочу показать вам наши отчеты, ну точнее не все отчеты, а просто показать, что есть два плейлиста со всеми отчетами, если вам интересно, хотите пересмотреть, вот, пожалуйста, есть все наши здесь отчеты. 1 февраля завершился наши совместные проекты, и теперь мы будем разыгрывать подарки. А подарки у нас целых три подарка. Во-первых, это прекрасный набор фирмы Body Threads, замечательный зимний Санта. Данный набор нам предоставила Ирина Шипатько, блогер и наша участница. И этот набор мы разыграем только среди участниц совместного проекта «Моя зима». Следующий набор от Марины Шматковой. У Марины есть группа ВКонтакте «Shining for you», и Марина делает различные аксессуары к нашему рукоделию, магнитики, шармики, иголочки счетные, в общем, много всего-всего красивого. И разыграем вот такой замечательный наборчик. Здесь у нас две счетные иголочки, маячок на нитковдеватель и маячок для ножниц. Очень красивые бусинки натуральные, стильный красивый наборчик. Простите. И еще один набор от фирмы «Клубок желаний». Это наши завсегдатые уже спонсоры. Нам предоставляет этот магазин набор «Самый лучший подарок». Замечательный, праздничный, яркий дизайн. Здесь мы уже видим даже отшив работы. Классный дизайн. Кому-то очень-очень повезет. Итак, мы сейчас воспользуемся рандомайзером и сделаем розыгрыш. Так, давайте смотреть. 93. Ну, вроде бы последняя у нас цифра 93. Потому что я еще находила работы, которые девочки сами не добавили, и приходилось добавлять 91. Да, 93. 1, 93. Вот получается у нас целых 93 готовых работы. Итак, отправляемся к рандомайзеру. Выбираем рандомайзер. И сейчас мы будем разыгрывать набор фирмы Body Threads от Ирины Шипатько. Так, мы его будем разыгрывать только среди участниц. Моя зима. От номера 31. До номера 91. Так, ну что? 31, 91. Ой, девочки, всех хотелось бы порадовать подарками, потому что я вижу, что все очень старались, особенно в последний месяц. Прям ну так дошивали работы, так спешили, и объемы большие, и справились, молодцы. Смотрела ваши фотографии, отчеты и просто восхищалась, какие вы организованы, какие вы молодцы. Всех хотелось бы порадовать подарками, но это дело такое, что нет такой возможности. Поэтому пусть случай определит, кому повезет, тому повезет. А самое главное, конечно, то, что мы дружно вышивали наши работы, у нас хорошие итоги, мы много вышили, и это самое главное. Ну что, желаю всем удачи и отправляемся сгенерировать. 38. Кто у нас 38, девочки? Это где-то здесь в начале должно быть. 45, нет. Кто 38? 36, Татьяна. 38, Ирина Силаева. Ира, поздравляю тебя с таким прекрасным наборчиком. Ира у нас очень много вышивает во всех СП. В общем, ударница, иголочки, много работ. И я очень рада, что Ирина выиграла этот наборчик. Поздравляю еще раз. Я свяжусь с Ириной Шипатько, с твоей тезкой, и она тебе передаст наборчик. Ну, а мы отправляемся дальше.
Так, давайте я загляну еще в журнал «Катан». 93. Так, значит, мы сейчас будем разыгрывать вот этот комплект прекрасных аксессуаров. И у нас номерочки будут от 1 до 93. Так. Ну что, немножко волнуюсь. Ну что, поехали. 2. Это у нас в котах 100%. Коты, коты, коты. Коты, коты, коты. Галина Геева. Галина, очень рада. Поздравляю с прекрасным подарком. Я надеюсь, что этот комплект принесет тебе много радости и удовольствия в рукоделии. Галина вышивает тоже много, делает много игрушек в разной технике. И вышивка, и бисер. Красивые вот такие и интересные фотографии всегда нам делает и создает настроение. В общем, я очень рада, Галина, что ты выиграла. Ну и сейчас мы отправляемся разыгрывать уже третий подарок от клубка желаний. Самый лучший подарок. Вот такой набор. Так, так, так. И также оставляем у нас циферки от 1 до 93. Ну что, поехали. Всем удачи. 46. 46, 46. 46 это у нас уже зима. Зима, зима, зима. Кто 46? 60, нет. Кто 46? Девочки, 51. Так, это значит все вместе, нет. Кто 46? 46. 46. Марина Филиппова. Да. Марина Филиппова. Марина, поздравляю тебя с прекрасным подарком. Для меня очень неожиданно, но мне очень приятно также, что ты выиграла какой-то приз от нас. Марина вышивала в нашем совместном проекте набор фирмы Панна. Вот такой замечательный дизайн. Большая, объемная, сложная работа, старенький набор. Но все получилось, и другие процессы тоже хорошо подросли. Но, как и многим, тоже чуть-чуть не хватило времени, чтобы все-все-все завершилось. Ну, вот есть большая готовая работа, и она принесла такой хороший подарок Марине. Я очень рада, что розыгрыш произошел. Сейчас будем списываться, раздавать подарки, буду выгружать это видео. Также хочу напомнить, что на моей страничке в YouTube, вкладка «Сообщество», проходит голосование по следующей теме совместного проекта. И хочу вас попросить, кто хочет участвовать, пожалуйста, проявляйте вашу активность, потому что в этот раз я смогу взять только одну тему. Поэтому давайте все активно проголосуем, выберем одну тему и уже поскорее будем организовываться, начинать. Напомню, что у нас здесь темы «Райский сад», «Цветы», «Птички», «Братья меньшие», «Все животные», «Домики», «Море», ну и «Девчонки». Ну, понятно, что домики – это любые пейзажи с домами, море, любая морская тематика, девчонки – любой женский образ. Вот, в общем, заходите, голосуйте, и будем готовиться к новому рукодельному путешествию. Еще раз хочу поблагодарить всех за участие. А также приходите в группу ВКонтакте, будут у нас там игры, и будем общаться, и будет много всего интересного. На этом все. До новых встреч. Всем пока-пока.